или как грандмастер. Может к нему обращаться как грандмастер сэр. И знаешь, матчап не самый приятный для ДП. Может быть там серьезно так. Все очень плохо, посмотрим на их статы уже попозже. Ну это боковых линей, да, все он особо-то, знаешь, опасности не представляет на ранних левелах. Герой очень слабый, герой, вот, который любит попарник какой-то левел себе получить, третий, пятый. И только уже после этого он начинает какой-то импакт приносить на лайнинге. А до этого он просто так, знаешь, как аппаратное поглощение манды. Просто кидающий бит это, и ему нужно постоянно носить себе ресурсы. И Сарнаку приходится ломать линию, чем она занимается. Касаемо статистики этого самого СФ 30 левела, это все в паве. А вот среди официалов мы видим, что играет такой себе. Оно выигрывает, потом проигрывает, что случится на третьей. Если сравнивать с Папарацци, то там и КДА просто великолепнейший. И пока он не проигрывал в конечной патче ВДП. Спокойное начало.